Адвокаты Аллы Александровской на суде подали ходатайство и просили суд изменить меру пресечения. Вместо содержания под стражей – домашний арест с 22 часов вечера и до 6 утра, либо взять ее на поруки. Защитники утверждают, что в СИЗО не соблюдаются права их подзащитной. У нее целый ряд тяжелых заболеваний – ишемия, гипертония, аритмия и сердечная недостаточность. Ей просто необходим всесторонний уход и прохождение медицинского обследования, которое до сих пор не сделано. А врач Александровской считает, что ситуация критическая и может закончиться плачевно. Слідчим ізолятором щодо наявних в розпорядженні обладнання та лікарів провести якісні ремінційні та інтенсивну терапію заходи медичні в умовах слідчого ізолятору неможливо. І зупинка серця протягом 1-3 хвилин, якщо не надавати таку допомогу, може призвести до летального випадку. Це зазначає лікар Нагора. Сама же экс-коммунистка Александровская утверждает, что стала чувствовать себя плохо еще до задержания и хотела лечь на обследование, но не успела. Поэтому меня волнует этот вопрос. Я хочу доказать свою невиновность, а для этого, извините, мне нужно здоровье. Поэтому я хочу быть уверена, что со мной ничего не произойдет, и у меня достаточно будет сил, чтобы я смогла все-таки пройти все необходимые процедуры, вплоть до суда, и доказать свою невиновность. Прокуратура же выводы врача, которого наняла семья Александровской, посчитала сомнительными и попросила допросить ее. Судья не посчитала нужным слушать врача, заявив, что достаточно письменного вывода. Ходатайством от прокуратуры было проведение судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Аллы Александровской. Представители обвинения также подали ходатайство оставить меру пресечения прежней, так как считают, что решения двух судов, первой инстанции апелляционного суда, были законными. Судья удалилась в совещательную комнату. Через 2,5 часа огласила свое решение. Керуючись статтями 107 201 КПК України, слідчий суддя ухвалив задоволені клопотання захисника Пастернака Олександра Геннадійовича в кримінальному провадженні 147 від 18.06.16 року про зміну запобіжного заходу, обраного відносно підозрюваної Олександровської Алли Олександрівни, відмовити. Ухвала скарження не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Так как определение суда нельзя обжаловать в апелляционном порядке, защитники Александровской намерены в ближайшие дни подать в Европейский суд по правам человека заявление о нарушении права на свободу и надлежащие условия содержания. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».